Дверь была заперта, этот путь мне не подходил. Судя по схемам из компьютера, кабинет начальника был на другой стороне атриума. Возможно, там получится найти что-нибудь, что поможет мне в дальнейшем. В мире будущего вам не придется терять ни секунды своей. Укладываться в криогенные капсулы и просыпаться на... В кабинете мне повезло. Кто-то забыл старую добрую связку ключей. Возможно, один из них позволит мне пройти на склад. Удача снова мне улыбнулась. Один из ключей подошел, и дверь склада открылась. Тут кто-то прячется! Черт! Кровосос наш!
противник! Я его буду выкрутить и прохожу! Черт! У нас потери! Выхожу на вампира! Вампир нашего убил! Черт, вампир! Здесь.
Ты почти на месте, Эрик. Они ждут тебя. Благодаря нашим криогенным камерам в будущем можно будет легко добираться до планет, отстоящих от нас на несколько световых лет. В обычных условиях вы бы умерли от старости за время полета. Помещение казалось жутким и зловещим. Повсюду стояли криогенные баки, похоже, битком набитые людьми, в состоянии, напоминающем смерть, ожидающими лучшего будущего. Сигнал был слабый, но, кажется, был совсем рядом. Хорошо, если они не заперли Розу в одной из этих штуковин. Передатчик? Какого черта? Ладно, он попался. Заморозьте, гада! Меня заманили в ловушку. Передатчик, по которому я шел, не имел отношения к Розе. Его использовали как приманку.
Может ли холод убить вампира? Я не был в этом уверен. Но конечности наливались тяжестью, а мозг медленно замерзал, пока я терял сознание. Желая спасти других вампиров, я стал действовать неосмотрительно и угодил в ловушку. Пришло время и мне заплатить. Холод не мог убить вампира, но он ввел меня в ступор и погрузил в мрачный и беспокойный сон. Голова раскалывалась. Я медленно приходил в себя, но в глазах стояла муть. Эрик. Ангел снова заговорил со мной. Эрик Бэйн. Что-то было не так. Ангел был рядом, но боль не уходила, как это бывало раньше. А, Эрик, ты очнулся. Хорошо. Меня зовут Саманта Филдс. Я знаю, что сейчас ты ничего не помнишь. Но я хотела поблагодарить тебя и сообщить, что ты отлично справился с заданием. С твоей помощью мы захватили нужный объект исследований. Операция сейчас начнется. Мы ждали только тебя. Думаю, несмотря на провалы в памяти, ты не откажешься посмотреть на успешное завершение проекта Вознесения. Я потом все объясню. Внимание! Проект Вознесения начинается через 3, 2, 1. Отлично, все хорошо. Стоп, что-то не так. Вампирский вирус меняется? Он поглощает другие мутации и изменяет их? Экспоненциальный рост! Отменить операцию! Отменить операцию! Остановите его! Остановите! Голова по-прежнему болела, но я хотя бы был свободен. Я не совсем понимал, что здесь происходит. Похоже, охотники на вампиров устроили эксперимент на Штайнере. И что-то пошло совсем не так. Я не мог понять, о чем говорила та женщина. Но сейчас это было неважно. Мне нужно было позаботиться о Розе и о других, и сбежать отсюда. В центре управления царил хаос. Видимо, трансформация Штайнера привела к замыканию, вызвавшему взрыв. Всему персоналу. Объект Вознесения сбежал. Повторяю, объект Вознесения сбежал. Общая тревога.
Так, вы слышали приказ. Брук, Картер, сохраните данные и отправьте их в штаб. Потом действуйте по протоколу Омега и уничтожьте все записи. Чарли, ты идешь к главному компьютеру. Когда будешь на месте, перекрой все входы до моего распоряжения. Остальным рассредоточиться и охранять помещение. Вампир! Осторожно!
Лифт не работал. Я слышал, как охрана говорила, что его отключили извне. Очевидно, я могу его там же включить. Снова открыть входы оказалось просто. Надеюсь, так же просто будет найти Розу. Черт! Настоящее безумие! Хорошо, что удалось уйти оттуда живыми. Другим не повезло. Я все еще не мог понять, что здесь произошло. Похоже, охотники на вампиров устроили эксперимент на Штайнере, и он с треском провалился. Вот и хорошо. Это определенно поможет мне в поисках Розы. Эрик? Эрик, у меня мало времени. Я сумела освободиться и войти в систему. Но я почти ничего не могу сделать, иначе меня обнаружат. Том заперт в камере. Ты должен спасти его, пока его не убили. Я покажу тебе дорогу. Эрик, ты приближаешься к главному залу. Тебе нужно перейти на другую сторону, чтобы попасть к камерам. Я скоро свяжусь с тобой. Хорошо, не уходи далеко, это ненадолго.
Ты все перекрыл? Да, все. Дверь полностью отключена и закрыта. Никто не выйдет отсюда. И мы в том числе. Да, знаю. Будем надеяться, что они поймают Вознесение. Поймают? Смешно. Я слышал, что он разнес в клочья уровень Д. Хорошо еще, если кто-нибудь убьет эту тварь. Сейчас не время для пессимизма. Это не пессимизм. Нам нужно оружие помощнее, чтобы его остановить. Если он появится здесь, сядем в одну из машин и задавим ублюдка. Я не уверен, что его танк остановит. Слышал? Как думаешь, где сейчас этот? У нас проблемы при помощи робота.
Ты слышал? Как думаешь, где сейчас эта тварь? Ничего не слышал. Понятия не имею, где он, но недавно был на уровне D. Жестоко расправился с нашими людьми и разворотился вокруг. Доступ к той секции перекрыт. Понятия не имею, что там творится. Уровень D? Черт! Сегодня там смена у Беннета. Надеюсь, он выжил. Эрик, ты почти у самого центра службы безопасности. Возьми там гарнитуру, так мне легче будет поддерживать связь.